За один вечер зрители пронесутся через всемирно известные мюзиклы на «Кабаре Экспресс». Остановки на «Кабаре», «Виктор и Виктория» и «Мулен Руж». Премьеру долгожданного хореографического спектакля театр готовил почти год. По словам директора Александра Елизарова, на отработку одного танцевального номера уходила целая неделя. Основу, конечно, взяты сюжеты этих трех фильмов. То есть, безусловно, фильмы несут в себе атмосферу. Конечно, сама атмосфера, безусловно, будет передана. Но на первом месте все-таки те истории. А истории – это, как всегда, главная героиня, вокруг которой кипят страсти, любовь, ревность. Проводником для зрителей в новом мюзикле будет ведущий. Он поможет уловить самое главное в трех совершенно разных и в то же время ярких и захватывающих историях. Каждая героиня, каждая из трех историй – это, конечно же, артистка кабаре. У каждой своя жизнь, у каждой своя судьба. Половина, может быть, даже и большая половина зрителей, которые приходят, они приходят смотреть шоу, но в сюжет тех мюзиклов, о которых мы говорим, которые мы показываем, люди не вникают, а многие просто не знают. И поэтому, естественно, зрителя нужно ввести, что называется, в курс дела, рассказать ему о том, что это за история, и рассказать на слова. В «Кабаре Экспресс» вошли самые разные хореографические номера и стили. Помимо традиционных для театра бальных танцев, зрители увидят восточные, латиноамериканские и индийские. Хореограф театра Елена Ольховская отметила, что в этом спектакле танцоры открыли для себя совершенно новые направления. Сейчас зритель, он требует больше зрелищности. Да? Мы любим, когда картинка постоянно меняется. То есть не только как бы яркие костюмы, стразы, но также мы хотим, чтобы движение и танец были наполнены вот этой вот энергетикой. Джаз-модерн для них – это абсолютно новое течение. И было непросто, но справились. Для спектакля шили более 150 костюмов. Художник-модельер Леонид Олейников признался, что из-за насыщенной программы у танцоров мало времени, чтобы переодеться, поэтому от некоторых деталей образов пришлось просто отказаться. Но общую картину это не сломало. Попасть на экспресс в волшебный мир кабаре жители и гости Севастополя смогут уже в эту субботу. Премьера спектакля «Кабаре Экспресс» состоится 8 октября в 18:00 в Севастопольском академическом театре танца. Дарья Юхновская, Дмитрий Лелека, Севинформбюро.